Красный диплом с одними пятерками. Активная жизненная позиция, готовность прийти на помощь. Чтобы стать лучшим студентом, оказывается, успевать по всем предметам недостаточно. Наталья Мальчикова познакомилась с теми, кто удостоился наград. Борются, борются, все по кругу борются, да не молятся. В глазах волнение, в руках мобильные телефоны с текстом песен, репетиция ответа на слова благодарности за успехи в учебе. Они уже знают, что их признали лучшими выпускниками педуниверситета 2021 года. Минуты до официального объявления. Я много раз слышал, что жизнь студента коротка. И сейчас, находясь перед вами, я действительно понимаю, насколько. Брать от жизни все. Такой избитый речевой штамп для Екатерины Абрыжиной – жизненный принцип. 5 лет студенчества вроде как самого беззаботного времени она потратила на гранит науки. Этот камень оказался не таким крепким, когда за него взялась Екатерина. Мне кажется, я взяла студенческую жизнь вот просто все по максимуму. И вот мой 5-й курс, он заполнился мне самыми яркими событиями, потому что я стала студентом года, выиграла Олимпиаду в личном зачете. Ну, в первую очередь, конечно, хочется немножко сейчас отдохнуть, потому что у нас буквально вот вчера была защита ВКР, мы защитили себя на отлично. Вот, хочется чуть-чуть выдохнуть, насладиться вот этим праздником студенчества, а потом уже получить диплом. Знаете, я завидую сейчас, смотрю на первокурсников, которые идут в университет, такие счастливые, беззаботные. И вот мы, 5-й курс, заканчиваем университет. Да уж, этот путь мы никогда не забудем. Очень грустно расставаться, и очень бы хотелось продолжить учебу в магистратуре. И все же самое ценное, что дал им вуз, как признались сами ученики, это люди. Преподаватели, которые направляли на протяжении всего пути, и дружба. Разумеется, навсегда. Сегодняшнее признание лучшими из лучших. Приятный бонус к общему празднику жизни. Огромная дорога. Дорога в будущее. Это большая честь для нас находиться в числе лучших выпускников 2021 года. За свои студенческие годы многие из этих ребят побывали волонтерами, добивались успехов в учебе и спорте. Жили полной жизнью и никогда не согласятся с теми, кто скажет, у них в жизни не было одни книжки на уме. Здесь однозначно красота, юность, амбиции, дерзость, энергия. Осталось дело за малым. Осталось просто прийти и сделать. Не сомневаться. Верить в себя, верить в свои силы. И верить в свою жизнь, в свою судьбу. И в то, что она только в ваших руках. Наталья Мальчикова, Павел Иритков. Республика.